Праздник для детей военнослужащих Уральского регионального командования внутренних войск МВД прошел в Екатеринбурге. Более 150 ребят участвовали в веселой эстафете, перетягивали канат, бегали на время, играли в мини-футбол и надевали противогазы. Наибольший интерес у детей вызвала стрельба из пневматического оружия, сборка-разборка автомата и пистолета. После конкурсов дети и их родители отведали солдатской гречневой каши, приготовленной военными поварами в полевой кухне.